Затем состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзадой. Глава государства поблагодарил его за содействие в проведении бизнес-форума, отметив, что достигнутые договоренности в ходе государственного визита и подписанные накануне документы укрепят казахско-таджикские связи в экономике, политике и социальных вопросах. И в целом мы вчера условились, что будем работать на достижение 2-миллиардной отметки в том, что касается взаимной торговли. Я думаю, что правительства двух стран должны изыскивать различные источники, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами. Глава таджикского Кабмина, в свою очередь, поблагодарил нашего президента за визит, отметив заметный рост взаимовыгодных связей между странами. Он подчеркнул, в скором времени братские республики раскроют потенциал торгово-экономической и промышленной кооперации, а также усилят работу в сфере транспорта и транзита. Казахстан для нас является очень важным внешнеторговым партнером, он стабильно в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций. И рост ВВП за первое полугодие уже говорит о том, что есть около 20% роста. И то, что вы дали задачу, поставили перед правительствами два руководителя государства о том, чтобы довести его до 2 миллиардов, она реально выполнима.